В современных компьютерных играх качественный звук имеет не меньшее значение, чем зрелищная графика. У заядлых геймеров требования к своей звуковой карте часто не меньше, чем у профессиональных музыкантов. До сих пор на рынке не было устройства, способного полностью удовлетворить запросы игроков. Компания Asus решила восполнить этот пробел и выпустила первую в мире хай-энд звуковую плату для геймеров под названием Asus Xonar Phoebus. Стильная красная коробка с логотипом Republic of Gamers не оставляет сомнений в том, что перед нами именно геймерский продукт. Надпись на боковой стороне коробки гласит о том, что внутри находится звуковая карта с конфигурацией 7.1, требующая один слот PCI-Express 1.0 или лучше, а также отдельный 6-пиновый разъем питания. Отдельно упоминается необходимость иметь высококачественные наушники, динамики или декодер Dolby Digital, чтобы насладиться высококачественным звуком аудиокарты. Звуковая плата выполнена в узнаваемо красно-черном стиле Republic of Gamers. Производитель декларирует очень низкое соотношение сигнал-шум на выходе – 118 дБ. Гармонические искажения микроскопические – 0,003%. Выход для наушников оснащен усилителем и рассчитан на нагрузку 600 Ом. Отдельно стоит упомянуть уникальную технологию «Hyper-grounding» — гиперзаземление, призванную защитить звуковой тракт платы от помех, генерируемых компонентами ПК. Не секрет, что корпус компьютера — весьма шумное место. Самыми активными источниками электромагнитных помех, как правило, являются процессор и видеокарта. Команда Asus Xonar нашла способ защитить уши пользователей от паразитных шумов и внедрила двойной слой заземления, предотвращающий воздействие помех на аналоговый тракт Phoebus. Помимо самой звуковой платы, в комплект поставки включен специальный удлинитель, играющий особую роль в удобстве повседневного обращения с ней. Это выносное устройство призвано избавить пользователя от необходимости каждый раз добираться до задней панели компьютера, чтобы подключить гарнитуру или наушники. Разъемы выведены в удлинитель. Кроме того, в выносном пульте спрятаны два микрофона, реализующие фирменную технологию Asus Command. Командные игры подразумевают голосовую связь. Asus делает ее как никогда качественной. Суть технологии заключается в эффективном подавлении шумов при помощи внешних микрофонов, встроенных в удлинитель. Как это работает? Если к аудиокарте подключена гарнитура, то микрофоны фиксируют посторонние шумы, которые затем отфильтровываются. Если же гарнитура не подключена, игрок может использовать эти микрофоны просто для голосового общения. Инженеры Asus разработали специальный способ записи голоса с использованием двух микрофонов, которые формируют виртуальный конус, направленный на говорящего и отсекающий посторонние звуки. Эффективность шумоподавления с использованием Asus Command достигает 50%. И особо заметно на шумных турнирах, когда ничего не должно мешать идти к победе. Заказывайте уже сейчас в магазинах вашего города. Like an art.